Ныне русским нужна виза, так что меня не пустили на рейс. В Мексике просто ненавидят нас. Просто из-за того, что у тебя русский паспорт, ты, блин, просто никто. Я так устала от этого. В Греции к тебе все приветливы, пока не увидят цвет твоего паспорта. Посадили у туалета, хотя много свободных мест было в самолете. Хозяев нашего дома сдали каким-то другим французам за нашей спиной этот дом, пока мы в нем жили. То есть они, не предупредив нас, пересдали его другим людям и высели до нас. Мы съезжаем с этой виллы и ищем сейчас новую. И сегодня на просмотре хозяин спросил нас, вы русские или украинцы? В этих турецких банках бесконечные выкрутасы с открытием счетов для русских. Пришли сегодня русские открывать, а им говорят, нет, ребят, только по записи. Запишитесь, пожалуйста, на 10 мая. Любая командировка – это долгие перелеты с остановками либо через Израиль, либо через... До сих пор не верится, что совсем недавно была еще нормальная жизнь. Мы путешествовали, летали на Кубу, позволяли себе приятные мелочи. А сейчас что? Это Вера Александровна! Это Путин! Это Лена! Витя Батуна! Опа! Восемь лет на том же самом Донбассе, вместо того, чтобы там строить витрину русского мира, строили какой-то заповедник дерьма, поставив во главе патентованное жулье, просто патентованное, куда дальше-то, извините, как тысячник МММ, и создав условия, когда люди на том же Донбассе жили хуже, чем в России, и гораздо хуже, чем на Украине. Это что, реклама такая была? Когда действительно тех командиров, которые воевали, по-настоящему воевали из местных, их просто убили. Причем убили не укры. Их убили, потому что они мешали вот поставить у власти вот это вот дерьмо, которое разрушало цветущий регион, в общем-то, Донбасса. По крайней мере, для Украины он был цветущим. Этим занимались 8 лет. Это что, никак не могло все вместе, не могло отразиться настроение людей? Вот оно и отразилось. Доходы реальные упали, причем заметно. Пенсионцы продлили. Власть показала, что она, что весь этот русский мир – это вот ничего для нее. Ни одно говно, которое надо было срочно менять в 2014 году, оно, они все на своих местах и по-прежнему блестяще нами руководят. Просто блестяще. Изумительно. Мы все это видим по спецоперации.